Стероиды, стероиды. Это канал SG Body, меня зовут Спартак, мне 44 года, я фитнес-тренер Симферополя. Я блогер-миллионник, 2,2. Когда у тебя такая большая аудитория, неизбежно находятся люди, которые хотят от нее немножко отщипнуть. Кто-то делает вызовы, типа, Спартак, я вызываю тебя, сделай 20 сальто подряд. Кто-то просто говорит, а давай ты меня упомянешь в следующем ролике. Кто-то ничего не пишет, просто делает упоминание, типа, там, спасибо Спартаку за вот то-то. Спасибо, действительно очень приятно, я все вижу. Но есть особая категория мудаков, которые пытаются меня спровоцировать. Я натуральный спортсмен, я всю жизнь тренируюсь натурально, без фармакологии. И вся моя форма и все мои достижения – это тяжелый труд. Я не люблю, когда мне говорят, что я химик. Ну, бывает же, что люди что-то не любят, если там лук. Лук в супе не любят. Вот я не люблю, когда мне говорят, что я химик. 10 лет назад мне это льстило, потом стало надоедать. В итоге один мудак постоянно снимает про то, что Спартак на стероидах. Я даже знаю, кто это. У нас когда-то была ванна с 5 мужиками. Владос там 200 вольт, которых мы выгнали. Так вот, это просто бывший монтажер Владос. Артем, ты мудак. Ну ладно бы просто один какой-то мудак. Таких много, но нет. Школьники, которые его смотрят, пишут вот этот бред мне. Они пишут и пишут. Они не понимают, что они тоже мудаки, а я мудаков не люблю. И всех мудаков блокирую. Всех. Причем я знаю комментарии обычных людей. Ну типа, забей. Вы когда будете на моем месте, тогда и будете давать советы.